Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в библиотеке. Я вот рассматриваю альбомы художников и думаю, а где женщины красивее? У художника Дега тонкие и изящные, либо у Рубенса пышнотелые? Но на самом деле меня, конечно, интересует прилагательное «красивый» и его сравнительная степень. «Красивее» – именно так произносится это слово. Чтобы запомнить, обратимся к словам-подсказкам и фразам-подсказкам. Стала Аннушка красивее, веселее, хохотливее. Либо тот будет счастливее, в ком душа красивее. Запоминаем фразы-подсказки, не делаем ошибок в речи и до встречи в библиотеке.